чашку. Тишина стояла бы над городом, да в порту зенитки громки. Из детсада в чашечке фарфоровой мальчик нес сметану для сестренки. Целых 200 граммов, это здорово, мама и ему даст половину. А в дороге он ее не пробовал, даже варежку с руки не скинул. Поскользнулся тут в подъезде. Господи, чашка Ози сразу раскололась. И наелся он сметаны досыта, ползая по каменному полу. А потом заплакал вдруг и выбежал. Нет, домой нельзя ему вернуться. Мама и сестренка обе выжили, и осталось голубое блюдце. Была бы наша родина богатой и счастливою, ведь выше счастья родины нет выше ничего. Была бы наша родина богатой и счастливою, ведь выше счастья родины нет в мире ничего.